северной части Новой Гвинеи эвакуируют порядка 5000 человек в связи с риском извержения вулкана. В начале января уже было эвакуировано 700 человек из-за извержения вулкана на острове Кадавар в Папуа-Новой Гвинеи. А на этот раз существует риск извержения еще одного исполина, который располагается на острове Бам. Остров Бам находится в 12 километрах к западу от Кадавара. Глобальные климатические изменения уже влияют на здоровье, условия проживания и жизнеобеспечение людей на всех континентах Земли. Наблюдаемое увеличение роста динамики глобальных природных катаклизмов указывает на то, что уже в ближайшие десятилетия они приведут к катастрофическим последствиям мирового масштаба для цивилизации в целом, невиданным за всю историю человечества, жертвам и разрушениям. И это повод задуматься каждому жителю Земли, на какой грани стоит современное человечество. Каждый уже сегодня может приложить свои силы для изменения общества, в первую очередь, начав с себя. Ведь главная проблема не в климате, а в потребительском формате мышления. Если каждый будет готов преодолеть свои негативные качества и проявить человеческие, такие как доброта, любовь, уважение и взаимопомощь, тогда нам будут не страшны никакие вызовы природы. Уважаемый зритель, узнать подробнее о катаклизмах и путях выхода из сложившейся ситуации вы можете в докладе ученых «АЛЛАТРА САЙНС» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.